Ти знаєш, я очікував, що українських компаній, звісно, в рейтингу, ну, поки що не буде. Але мене найбільше цікавить, в першу чергу, певно, не сама назва компанії, а взагалі-то сам формат роботи зі страховою компанією. Mm-hmm. Які види страхування існують, які програми існують. І наприкінці кінців, скільки це коштує, скільки грошей готувати. Який же ти допитливий, Олександре. Зараз в нас до студії завітає гостя. Вона лауреат премії «Людина року» саме в страховому бізнесі. І вона тобі все розкаже. Буквально за мить. Дочекайся. З радістю поспілкуюся. Галина Кім – експерт страхового ринку. Закінчила Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана. Спеціальність – економіст. І Національну академію державного управління при президентові України. Магістр державного управління. Трудову діяльність на страховому ринку почала з 1996 року. З 2004 року працювала в провідних страхових компаніях на посадах начальника фінансового управління, фінансового директора. З серпня 2014 року обіймає посаду генерального директора страхової компанії «Укрфінстрах». Доброго ранку, Галина. Дякуємо, що утро. Така життєрадісна завітала до нас на ефір. Ну і наше перше життєрадісне запитання. Ранок, що запам'ятався вам найбільше? Ну, самое лучшее мне впечатление, которое действительно остались очень долго, это раннее утро, 5 утра, это в Каппадокии. Каппадокия славится своими воздушными шарами. Это было невероятное ощущение, когда ты утром просыпаешься, а в небе, небо заполнено одними воздушными шарами. Это ощущение, которое, наверное, передать словами нельзя, эмоциями нет, и они остаются надолго. Потому что это те вещи, на которые ты не влияешь, но они есть, и красота этого всего вокруг тебя, она наполняет. Поэтому вот у меня они остались самые яркие, и я хочу вернуться туда еще и еще раз. Самое лучшее. Слушайте, вы так гарно розповідаєте, що от довіряєш вам. Можна навіть довірити своє життя. Можна. Да, і давайте про це поговоримо. Стан страхового ринку зараз в Україні. А який він, які перспективи, які проблеми? Розкажіть, будь ласка, про це. Ну, страховий ринок України в будь-якому випадку залежить від економічного стану в країні. Тому що це платіжоспособність населення. Тому від того, наскільки будуть колебання в країні, від цього і буде зрозуміло, наскільки буде цікаво почати людям страхуватися. Поскольку страхова услуга – це ми продаємо те, що може бути коли-то з тобою буде. Да, це фінансова защита, це наше возміщення, ми допомагаємо в будь-якому випадку підприємствам і так далі, закриває ці ризики. Але в будь-якому випадку без денег цієї услуги не може бути. Тому економічне стан країни, звісно, впливає. Якщо говорити про перспективи, моє особисте убеждення, те, що ми можемо наблюдати на протягом багатьох років, є перспектива ринку. Рост есть, и когда динамика роста есть, около там, 20%, это хороший показатель, это динамика, которая подтверждается тем, что этот рынок интересен. Он будет дальше развиваться, он не останавливается. Были какие-то критические ситуации, они были связаны с 2014 годом, они влияли на определенные виды страхования, которые где-то чуть-чуть медленнее развивались, что-то быстрее, но останавливаться оно не будет, он все равно будет развиваться. Угу. А какие виды страхования сейчас наипопулярнейшие, какие программы сейчас користуются попытом? Наиболее популярные виды страхования – это туристическое страхование, потому что без виз этому тоже был толчок, и до этого, конечно, было, но это толчок для того, что без виз люди самостоятельно ездят, это туризм, они покупают страхование путешествий за рубеж. И, конечно же, автострахование. Это, ну, автоцивилка, вот еще другими словами. Это то, что обязательно, по-любому, это то, что пользуется спросом, и, конечно, страхование жизни. Это наиболее сейчас популярный вид. Медичное страхование, вот как реформа, что вы скажете про это? Знаете, самое интересное, что ситуация сейчас сложилась таким образом, что именно медицинская реформа, которая вроде как началась, но не закончилась, знаете, как песня спета, но как бы не допели ее, она как раз и повлияла на активное развитие именно добровольного медицинского страхования. Потому что люди коснулись той проблематики, заключив договора с врачами семейными, но врачи не безмерные, они не могут обслужить даже то количество людей, с которыми они заключили договора. И именно в эпидемиологические периоды оказались так, что ты звонишь врачу, он говорит, я ну, реально могу не принять, ну, тебя принять, да, у тебя температура 37,5, ну, будьте дома, выпейте то и то. И таким образом люди стали самостоятельно обращаться в страховые компании именно за тем, чтобы купить полис добровольного медицинского страхования, семью застраховать детей. Поэтому именно вот эта медицинская реформа толкнула к развитию добровольного медицинского страхования,
При этом мы же говорим, что реформа подразумевала, наоборот, обязательное медицинское страхование. И вот, ну, это неплохо, потому что это все равно две взаимосвязывающие стороны и два вида, которые из одного мы потом просто перейдем плавно в обязательное медицинское страхование. А якщо зараз говорити про туристичне страхування, зараз, як ви сказали, вже є безвіз, дуже багато людей виїжджають за кордон, і у різних фірмах різна ціна на туристичне страхування. Чим це обумовлено? Тому що абсолютно, здається, однакова послуга, а ціна абсолютно різна. Тому що це добровільний вид страхування. Добровольное страхование подразумевает, что каждая компания сама для себя делает расчеты и выставляет, определяет тарифную политику. Есть правила страхования, которые обязательны для всех, они у нас утверждаются регулятором Национальной комиссии. Все остальное определяет компания. Она для себя видит этот сегмент, например, рынка, и определяет, при каком тарифе, какой объем она может брать. Есть средняя, да, которая утверждена правилом за и по. А дальше идет уже конкурентная среда, которую компания для себя определяет. Но... Более низкий тариф – это всегда какой-то демпинг, который не влечет за собой ничего хорошего. Поэтому если это турист, который хочет выбрать для себя хороший договор страхования, он должен смотреть на цену, которая не дешевле, а которая делает полное покрытие и то, что хочет получить турист. А скільки коштує тоді хороше, якісне медичне страхування? Туристичне, вибачте, туристичне. В даному случае это где-то 4 долара за день. Тобто, якщо нижче, то краще не довіряти і все-таки обирати компанію. Ну, треба обратити внимание. Понимаете, можна купити дешевле, але якщо ти розумієш, що ти на один день. Ну, ділова поїздка, там, ти розумієш, ну, в принципі, на всякий случай. Но якщо ти їдеш на відпочинок, ти повинен розуміти, що в будь-якому випадку то покриття, яке ти хочеш, воно має бути хорошо і качественно обслужено. А обслуживання – це, значить, влече за собою сервіс. Ну, ми вже почали говорити про певні компанії, персоналі, які займаються якісними послугами. І отут треба запитати вас стосовно, взагалі, стану, конкуренції. А хто серед лідерів зараз страхового ринку в Україні? Хто пасе задніх? І які причини, взагалі, цього? Ви знаєте, ну, цей ринок давно... Я на ринку з 96-го року, на ринку страхування. І тому для мене цей ринок, на глазах у мене він розвивався, починає від самих мелких. Те, которые, как мы называем, старожилы, те, которые там были продавцами, но стали достаточно серьезными топ-менеджментами, даже акционерами страховой компании. Но если брать вот 96-й, вот и динамично, это было там развитие страхового рынка, это было такое классическое развитие, когда ты должен сам найти клиента, и как мы называли, вот тогда такая фраза была, страхование с асфальта. Ногами получить клиента, заработать эту премию. Когда на рынок зашли иностранные компании, представители, рынок немножко видоизменился, потому что спускается полностью маркетинговая продукция, маркетинговая продажа, маркетинговые продажи. Все это спускается на рынок, и по сути у тебя получается конкурент, который полностью упакован. И тебе с ним тяжело конкурировать. И они уже работают за них бренд. Здесь без разницы, как клиент приходит в Аксу, потому что это Акса, это французы. В Унику, потому что это Австрия. И, может быть, там и есть куча тоже каких-то технических или еще какие-то недостатки, но при этом клиент все равно смотрит на бренд. С такими компаниями очень тяжело конкурировать. Я вот как бы уже на рынке давно работаю и в обычных, скажем, украинских, да, без какого-то там международного бренда. Хочу сказать, что, ну, как для меня, мне более интереснее. Когда своими руками ты это сделаешь, когда тебе никто не дает никакого-то финансирования, и ты должен это построить сам. Для меня это более интереснее. Но если говорить о том, что это неправильно, нет, это очень хорошо. Это хорошо, когда инвесторам нравится наш украинский рынок, они хотят быть представлены. И для нас это, наоборот, даже какой-то еще опыт посмотреть и поучиться и сделать. Но с точки зрения конкуренции, конечно, тяжело. Тяжко, але можливо. Возможно, да. Конечно. І, в принципі, ви вже почали говорити про те, що можна у нас в Україні побудувати якісний страховий бізнес. І я впевнений, що без хорошої команди це нереально зробити. Однозначно. Роль команди в страховому бізнесі і як правильно взагалі підбирати кадри? Абсолютно ви праві, тому що, мабуть, який би топ-менеджмент не був, професіональний, з великим опитом роботи, там, 7 п'ядів во лбу, но один поле не воин. Однозначно, это должна быть команда. Команда тех людей, которые первый фактор, это то, что одинаково мыслят, и они хотят одну, ту же мысль, цель закончить и сделать. Второе, это то, что должна быть гармония. Гармония между людьми. Я большую ставку делаю на молодых людей. Даже без опыта работы, но это не все так любят. Я люблю отдавать. Я люблю передавать тот свой опыт, который у меня есть. Я готова любого научить. И сделать таким же вот единомышленника, как и я. Мне так легче, например. Но при этом уже где-то работает имя и фамилия, например, потому что я давно на рынке. И есть, вот когда мы создавали эту команду, пришли многие из-за того, что понимают, доверяют мне, и пришли
просто чтобы работать в команде. Но без команды, которая одинаково мыслит и гармонично, тяжело построить бизнес, потому что это будет как в том, да, кто в тин, кто по дрова, mm-hmm. и в итоге ничего хорошего не получится. Це правда. Давайте тепер поговоримо про ризики. Які є ризики для страховика і для клієнта зараз? Для страховой компании риски есть в том, что активы, которые нужно и необходимо страховой компании для покрытия тех резервов, которые мы получаем в результате получения страховой премии, в целом страховая mm-hmm. компания, эти деньги, которые мы получаем от клиента, это не наши деньги, это не деньги страховой компании, это деньги страхователя до окончания mm-hmm. его договора. Наша задача сформировать резервы и покрыть его mm-hmm. активами. Наши риски в том, что для страховой компании не дали достаточное количество финансовых инструментов, которыми мы имеем право покрывать. Количество банков очень маленькое, акций нет, есть только ВГЗ, недвижимость у нас не совсем ценится, и в итоге мы действительно стоим у пороги от тяжелого времени. Вроде как и норматив нужно выполнить, понимаем свои обязательства, но их тяжело выполнять, потому mm-hmm. что государство не дает хороших, качественных финансовых инструментов. Риски, которые для клиента, естественно, непорядочные страховые компании, которые берут на себя обязательства, но не хотят выполнять, либо же, тут два варианта, либо не хотят выполнять, либо умышленно не mm-hmm. выполняют свои обязательства. Ну, але от спілкуючись з вами, я впевнений, що ви всі свої зобов'язання 100% виконуєте, mm-hmm. тому що сорока на хвості принесла, що ви перемогли у премії «Людина року 2018» в номінації «Лідер страхового ринку року». Ось так. І, відповідно, я вас з цим вітаю, вся команда «Ділового ранку» вас з цим вітає. І питання дуже просте до вас. Як ви ставитесь взагалі до цієї премії «Людина року»? Ну, скажем так, наверное, где-то неожиданно было, но эта премия, прежде всего, это признание той сферы, в которой мы работаем. Мне действительно очень приятно, учитывая, что я где-то все-таки стояла у истоков создания вот, и роста, и развития страхового рынка, это действительно большое признание того, что ты работаешь в той сфере, которая признана такой хорошей номинацией. Но относительно, как вот для меня, как менеджера, да, компании, это признание компании, и, наверное, это та оценка той работы, которую мы за год сделали, той всей команды, которая работает со мной. Потому что номинация очень серьезная, она статусная, и я надеюсь, что все-таки в дальнейшем она нам поможет вести себя так же красиво на рынке, порядочно и профессионально. Ну, я дякую за таке гарне интервью. Що зараз відбулося між нами. Дякую за ваш візит до нас у студію і щиро сподіваюся побачити вас знову у нас в гостях. Дякую.